Этой ночью в Каменском селе Клевакино 20-летняя мамаша убила своего 9-месячного сынишку, после чего нанесла себе серьезные травмы. И сейчас где-то убийца в больнице. По версии следствия, в ночь на 2 февраля подозреваемая, находясь у себя в квартире, убила своего 9-месячного сына. По уголовному делу выполняются первоначальные следственные действия по выяснению причины убийства и иных обстоятельств, в том числе причин и условий, которые способствовали трагедии. Следственные органы и полиция не уточняют, что было в руках обезумевшей матери и чем именно она убила младенца и изувечила себя. Но в соцсетях, в комментариях, шокированные каменцы сообщили о том, что Альбина в ту ночь дико взревновала своего сожителя-скотника, который вовремя домой не вернулся. И, вымещая зло, якобы схватила подушку, придушила младенца, а потом ударила его ножом. Вероятно, когда истерика прошла, ревнивица тем же ножом нанесла себе увечья на руках. В 3:00 ночи в полицию позвонила бабушка убитого малыша и сообщила о страшной трагедии. Вероятно, ближайший день-два где-то убийцу, которой предположительно ревность разум затмила, доставят в суд для избрания меры пресечения. Следственный комитет намерен добиваться ее ареста. Планируется предъявить задержанные обвинения и выполнить с ее участием ряд иных процессуальных действий, в частности судебную психиатрическую экспертизу. Как уточнил в комментариях СМИ руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых, спутник жизни той самой матери, 25-летний скотник местной фермы, 3 раза был судим за кражи, и женщиной в официальном браке он не состоял.